الصلاة الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, сегодня хочется рассказать об очень важном. Это афатул лисан, по-арабски если сказать, это обедах, исходящих от нашего языка. Вот, если мы подумаем, на первый взгляд кажется, что ну что может быть, какие беды могут у нас быть от языка. Мы, иншаллах, по книге имама Газали, рахимахуллах, он там посвятил целую книгу этой теме, увидим, иншаллах, в чем же есть польза языка и в чем же есть вред, и огромный вред тоже мы можем получить от нашего же языка. Вот. Имам Газали в своей книге «Ихья» посвятил этой главе целую книгу. И «Афатуль лисан», то есть «Бедах, исходящих от языка». И перечислил там где-то 20 таких бед, исходящих от языка, из-за которых человек может попасть в ад. Конечно же, мы не будем здесь перечислять все 20 этих афатов, этих 20 бед, исходящих от языка. Мы ограничимся на нескольких из них только. И я выбрал из них самый на сегодняшний день наиболее наболевшие, наиболее такие, значит, острые на сегодняшний день, которые в нем есть нужда нам рассказать, знать для себя. Я как бы для себя это в первую очередь говорю, и для вас, братья, чтобы было это взаимным напоминанием. Рассказывая о языке, имам Газали говорит, что это дар от Всевышнего Аллаха. Это удивительное творение Аллаха. То есть она маленькая размером, но благодаря этому языку можно сделать большие служения Всевышнему Аллаху, получить за это воздаяние. И точно так же можно благодаря этому же маленькому органу, который у нас, языку, получить большие грехи и попасть из-за этого в ад. И он далее говорит, разве не подтверждением языка в неверии или же подтверждением в вере, произнося шахаду, мы входим в рай или же попадаем в ад? Конечно же, подтверждением языка. Мы же знаем, что человек, который верует в Всевышнего Аллаха, все-таки обязательно произнесение шахады тоже. Пока он языком не произнесет, мы захиром, явным, ислам такого человека не принимается. И поэтому точно так же, если человек этим же языком отрицает веру, и точно так же он может попасть и в ад тоже. Вот. И имам Газали, рахимахуллах, далее говорит, ты знай, что от языка исходит большая опасность. То есть не только там слова куфра, неверие. Большая опасность он имеет в виду вообще, если мы будем без необходимости много разговаривать, если мы будем без необходимости спорить, да и вообще какие-нибудь говорить такие слова, находясь уже в вере, что находясь даже в вере, мы можем из-за этого языка получить большие беды, как и в этом мире, и как так и в ахирате тоже. И шариат наш нас побуждает к тому, чтобы мы берегли свой язык, проявляли молчание. Ведь в известном хадисе сказано, кто уверовал в судный день и Всевышнего Аллаха, пусть говорит «фалякуль хайран авили ясмут», пусть говорит «доброе, хорошее» или же пусть молчит. Это всем известный хадис. Первое. Где в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит «ман самата наджа», кто промолчал, тот спасся.
То есть промолчал, не сказал ненужных слов, то есть не сказал, промолчал в том месте, где ему не надо было говорить, где ему не надо было влезть в этот разговор. Промолчал, и он спасся, говорит. И вот этот момент, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подчеркивает, что нам не нужно лезть в другое место, места, где идет спор, где разговор тебя не касающийся, другой хадис есть. «Мин хусни ислами аль-мар'и таркуху ма ла я'нихи». Из хорошего придерживания ислама, исполнения ислама человеком, это оставлять то, что его не касается. И еще пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, когда Укба ибн Амир спросил, он рассказывает, я спросил Всевышнего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в чем спасение, в общем, в чем спасение, как бы вот, спастись от огня ада, в чем спасение? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечает, смотрите как, «Амсик алейка лисанак», ты держи свой язык, ты придерживай свой язык, то есть не лезь своим языком туда, куда тебе не следует. И пусть тебе будет достаточен твой дом, то есть без необходимости, без нужды просто так шляться куда-нибудь, не выходи из дома, тоже говорю. Вопки аля хатиатик, и ты плачь за свои грехи, которые ты совершил. Вот в этом есть спасение. Как бы ответ на его, на то, что спросил у него Укба ибн Амир, радзиаллаху анху. И как мы сегодня можем не говорить о грехах языка, когда пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, что из-за чего больше, из-за чего, какие деяния есть, из-за чего Всевышний Аллах больше всего, чаще всего вводит в рай. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, «Таква Аллахи ва хусну хулук» – это богобоязненность и хороший нрав. Опять же спросили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а что, из-за чего чаще всего человек попадает в ад? На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, аль-аджвафану, аль-фаму, аль-фарджу. Две вещи, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рот и половые органы. То есть за грехи, совершенные ртом, то есть языком, и грехи, совершенные половым органом, то есть грехи прелюбодеяния. Две вещи, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрите, перечислил: половые органы, грех, связанный с этими органами, то есть грех прелюбодеяния, большая грязь, большой грех, наказуемый Всевышним Аллахом в судный день адом. Вместе с таким большим грехом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит и язык тоже, и рот, грех, исходящий от языка. Вот. Как мы об этом не можем говорить? Как мы можем игнорировать эту тему, связанную с языком? И если мы об этом не будем говорить, мы забываем, и тем самым мы много ненужных вещей можем говорить, а эти вещи нас могут привести в ад. Да убережет Всевышний Аллах нас от этого, конечно же. Вот. И в достоверном хадисе, который передал имам Тирмизи, когда Муаз ибн Джабал, как бы удивляясь, спрашивает посланника Аллаха, разве с нас будет спрос за то, что мы говорим? Он бы вот говорит, вот, удивляясь, ну как разве то, что мы говорим, это является большим грехом, что ли? В таком духе, удивляясь, он спрашивает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечает ему, «Сакилятка уммука я Муаз». Но здесь мы должны понять, такое выражение есть у арабов, как бы «да умрет твоя мать», говорится. Она как бы в переносном смысле имеется в виду. У них, они говорят так, как бы имеют в виду, да продлится как бы жизнь наоборот. «Сакилатка умука я муаз» говорит, «Вахали якуббун наса финнари аля вуджухихим илля хасаиду альсинатихим». А разве говорит, не будут кидать людей в ад лицом вниз, кроме как из-за плодов ихних языков, то есть за те слова, за те речи, которые они произносили своим языком. Это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит так. Вот такая опасность есть, нам может прийти из-за языка. Вот. Поэтому нам, как мы уже сказали, нельзя лезть со своим языком то, что нас не касается, как сказали в предыдущем хадисе, «Мин хусни ислами аль-мар'и» – из
хорошего придерживания человека ислама – это «таркуху ма ля я'нихи» – оставлять то, чего его не, что его не касается. Вот. Здесь можно вспомнить рассказ Абу Бакра, ради Аллаху анху. Он, чтобы много не говорить, что делал? Он ложил в рот маленькие камешки, и когда его что-то спрашивали, он сперва думал, стоит ли отвечать, стоит ли вытаскивать ему эти камешки для того, чтобы ему открыть рот и заговорить, стоит ли это того. Если он считал не стоит, он оставлял, не разговаривал. Как бы приучал себя к тому, чтобы лишние слова он не произносил. Вот. Другой рассказ здесь интересный. Лукман аль-Хаким, он, когда увидел, говорит, Дауда, алейхиссалам, пророка Дауда, он делал кольчугу. Дауда, алейхиссалам, никогда никто эти кольчуги тоже не делал. Лукман смотрел на него и первый раз увидел, что вообще эту кольчугу, что делают первый раз в жизни, увидел, у него внутри такой интерес появился. Он хотел спросить Дауда, алейхиссалам, что ты делаешь, что это такое? Но как бы его, он же, как бы Лукман аль-Хаким говорит, Лукман мудрец, вот эта мудрость его опередила, и он промолчал, как бы, это вещь, которая меня не касается, зачем я буду спрашивать, хотя ему очень интересно было это знать. Потом, когда Дауд, алейхиссалам, завершил эту кольчугу, он одел ее и говорит, это, говорит, кольчуга, ее одевают для того, чтобы остеречься от оружия врага. А тут, говорит Лукман, алейхиссалам, он как бы обрадовался и говорит, вот, говорит, я получил ответ без того, чтобы я спросил даже, как бы Аллах ему открыл. Вот такой вот для нас тоже пример в этом, что мы не лезли туда, куда нас это не касается. Конечно, опять же, здесь продолжая вот из тех 20, которые я выбрал из книги Ихья имам Газали, который приводит, это, конечно же, как мы можем эту тему не затронуть, это тема споров. Споры, они же исходят от языка, и, естественно, они входят в категорию афатуль лисан, то есть беды, исходящие от языка. И на сегодняшний день, наверное, это самые острые. Я вообще хотел бы на этом обратить наше внимание. Вот. Почему? Потому что начинается спор между братьями-мусульманами, который приводит к вражде, который приводит к злобе, который приводит к ненависти и который иногда может привести даже и к конфликтам тоже. Когда мы говорим споры, это не означает, вот на сегодня вот как бы тет-а-тет между собой разговариваем и спорим. Это сюда же входят те споры, которые сегодня мы видим братья-мусульмане между собой как бы на мечах дерутся в пространстве интернета, когда какая-нибудь картинка или какое-нибудь видео бывает в комментариях, ну такие вещи друг другу пишут, что если бы они, конечно, рядом стояли, они бы, конечно, давно подрались бы, наверное. Или же, наверное, молчались, побоявшись подраться. А там как бы друг друга не знают, имена там разные, и что только не говорят, что только о друг друге не пишут. И начинается самое интересное с какой-нибудь мелочи. Кого-то мнение не понравилось, и этот человек, которое мнение кто-то как бы сделал критику, начинает обратно еще в десятикратном размере отвечать ему еще худшим образом. Вот как бы появляются сторонники и того, и этого, и там спор идет. Вот это все, что там пишется, это все судный день Аллах нам покажет. Аллах нам покажет, и за каждое написанное, как за каждое произнесенное слово, отвечать придется за судный день. То есть ты стал источником споров, ты стал источником раздора между мусульманами, отвечать будешь за это. Нам пример в этом кто? Что нам в таких ситуациях делать? Конечно же, пример для нас пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И мы должны об этом помнить, не забывать, что говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, о спорах. Очень важно, честно сказать, и очень это интересно тоже, чтобы не забыть и вспоминать, когда вот эти споры возникают, вспомнить слово пророка, саллаллаху алейхи вассалям, об этом, и чтобы остановиться и оставить этот спор.
Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, хадисы передан имамом Тирмизи: «Ля тумари ахака, валя тумазиху». Ты не спорь со своим братом и не насмехайся над ним. Не насмехайся над ним, как бы вот принижая его. Вот такие вещи тоже бывают, мы знаем. И самое первое, с чего начал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ты не спорь с ним. Не спорь. Другой хадис, опять же, имам Тирмизи, который передал: «Кафа бика исман ан ля тазала мухасиман». Достаточно тебе греха, чтобы ты не переставал спорить. Достаточно этого уже греха. Спорить человек не оставил, уже грех. То есть мы же с чего начали? Начали, что типа как бы все афаты, бедствия от языка, которые исходят. И если мы думали, что спор между собой, вот эти вот ругание друг друга, это такого значения не имеет? Нет, имеет значение. Мы же видим, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Кафа бика исман», достаточно тебе греха, чтобы ты продолжал спорить. И тут, конечно же, каждый человек думает, он же прав, почему я не буду спорить, почему я должен уступить, он же прав. Вот это вот его мнение, конечно, что он прав. А другой считает, что он не прав и хочет ему свое мнение высказать. Может, даже кто-то и культурно высказывает, не хочет вас оскорбить, называет: «Брат, это же не так, а это же вот так, ты почему?» Но, как имам Газали подчеркивает, человек, который спорит и стоит на своем, это причина его что? Это его, конечно же, гордость, это его самолюбие, уджбу, то есть как он может свое самолюбие перешагнуть, ему уступить, сказать: «Да, брат, я не прав, ты прав», как он может? Самолюбие же там есть. Вот эти причины, сразу же, чтобы эту причину убрать, что? Это самолюбие нужно убрать. А чтобы это самолюбие убрать, перешагнуть через свой нафс, что мы можем вспомнить? Из-за чего мы это сделаем? А я вам скажу, очень такой хороший хадис, который пророк, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. Вот именно насчет лжеца тоже, и насчет того человека, который на самом деле прав и спорит. «Ман тарака аль-кадиба ва хуа батилун бунья лаху фи рабади аль-джаннати». Кто оставил спор, и он был неправ, он лгал в этом споре, лгал, он на самом деле был лжец, он был неправ, и он оставил спор. Всевышний Аллах на краю рая такому человеку построит дворец. «Ва ман тарака аль-кадиба мира авахуа мухиккун бунья лаху фи васатиха». А тот, кто оставил спор, будучи правым, он прав в этом споре, но оставил он его, Всевышний Аллах в середине рая ему построит дворец. Разве это маленькое вознаграждение от Всевышнего Аллаха? Разве стоят наши эти никчемные споры между собой того, чтобы лишиться этого воздаяния от Всевышнего Аллаха? Конечно же, не стоит. Просто, опять же, нужно перешагнуть через свой нафс, перешагнуть через свое самолюбие. Вот. Настолько оно сильно, да, настолько оно сильно, что удивиться можно. Как можно, вот например, до сих пор кто-то, если не слышал об этом, если он не знал, теперь знает, он услышал, это хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, степени хасана, хорошей степени. Как после этого, если мы верим в Всевышнего Аллаха и следуем сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы можем продолжать споры, которые нету, и споры какие, да, никчемные и не имеющие результата. Каждый продолжает что-то говорить или что-то писать дальше, чтобы последнее слово осталось за ним. Вот его цель. И как бы показать себя, вот придумать такие виртуозные слова, придумать такие виртуозные, вот вы этого человека, чтобы он замолчал и выиграть тем самым спор. И что выиграл, допустим? Выиграл он здесь, а в судный день он в выигрыше окажется? Конечно же, нет. Мы же должны вспомним сразу же: достаточно тебе греха, где сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы ты продолжал спорить. И сразу же вспоминаем, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: кто, будучи прав, оставил спор, он получает дворец в середине рая. Как легко, как бы сказано, но в то же самое время, как трудно нам это исполнить. Еще вспомнить, да, вот усилить свое внимание.
усилить желание оставить спор, я думаю, этот хадис тоже будет как бы большой стимул нам давать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ма далла каумун ба'да ан хадахумуллаху та'аля илля утул джадаль». Не заблудился на какой-нибудь народ после того, как Всевышний Аллах наставил их на истинный путь, илля утул джадаля, кроме как они начали между собой устраивать споры. Представьте себе, какой ни'мат, какое счастье человек наставился по милости Всевышнего Аллах на истинный путь. Поклоняемся только Всевышнему Аллаху, не поклоняемся никаким идолам, следуем сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Такой ни'мат мы имеем и можем его потерять, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда мы начнем между собой спорить. Неужели это тоже не является дополнительным стимулом, чтобы этот спор оставить, чтобы мы не были помощниками заблуждения, где пророк, он сказал, «Ма далла каум», не заблудился народ, кроме как после того, как Всевышний Аллах наставил на истинный путь, начали спорить. Давай я не буду тем разрушителем, тем установителем заблуждения, который продолжает спорить и тем самым попадает под список тех людей, про которых пророк саллаллаху алейхи вассалям так выразился. Если этого тоже кому-то недостаточно, ну посмотрим далее, где хадисы передан имам Бухари, да, наидостовернейший сборник после Корана. Следующая книга, что Сахих аль-Бухари, что где нету никакого сомнения в том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям так говорил. Если этого, вот то, что мы говорили, тоже недостаточно будет, может хотя бы этот хадис сейчас, который я расскажу от пророка саллаллаху алейхи вассалям, может это, вспомнив это, человек, мы оставлять будем спор. Я себя тоже в это включаю. Это мы же знаем спор, как начинается там. Незаметно ты не хотел спорить, слово за слово, и маленький какой-то диалог превратился в большой спор, большую ненависть и никакого хорошего результата. Давайте будем вспоминать вот этот об этом хадисе. «Инна абгада риджали иналлахи аляддул хасиму». Поистине, пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, поистине самые наинелюбимые, наигневные, на которых гнев Всевышнего Аллаха люди, аляддул аль-хасиму, человек, который такой упрямый спорщик, самый нелюбимый человек Всевышнему Аллаху. И здесь хочется сказать уважаемым братьям, любителям поспорить, любителям поругаться между собой, давайте вот этот хадис запомним и будем вспоминать при спорах, вспомним, чтобы оставить этот спор. Не оказаться в списке тех, про которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, самый ненавистный человек тот, кто упрямый спорщик, который. Вот. И в дальнейшем для нас пример, а что же нам тогда делать в диалогах, в разговорах? Мы же не обходимся без споров, без каких-нибудь таких моментов. В этом тоже пример для нас, конечно, в первую очередь это Коран Всевышнего Аллаха и, конечно, потом же опять же высказывание пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот проявление мягкости, проявление терпения при разговоре, не оскорблять своего брата-мусульманина. Да, вести разговор в диалоге, но не споря, не без ненависти. Для этого, что Всевышний Аллах в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, ва кулу лин-наси хуснан, вы говорите людям хорошее только. В хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, калимату тайбату садакатун, хорошее, прекрасное, красивое слово, даже это хорошее слово, оно тоже засчитывается как садака уже. И Анас радиаллаху анху рассказывает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, опять же, что мы запомнили насчет того, что как нам вести между собой разговор, как нам между собой разговаривать, как относиться к друг другу мусульманам. «Инна фил джаннати лагурафан юра захируха мин батыниха». Поистине, пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, в раю есть такие комнаты, которые видно снаружи, ее внутренностью видно.
Вабатинуха мин захириха. И изнутри видно, что находится снаружи. Аддаха Аллаху Тааля лиман атама таама ва аляна аль-калам. Приготовил, уготовил эти райские комнаты Всевышний Аллах тому, кто накормил голодного, и аляна аль-калам, он был мягкий в своих речах, мягкий в своих разговорах. Вот это тоже для нас дополнительный пример для того, чтобы мы вспомнили и оставили спор. И если даже мы разговариваем, мы разговаривали таким образом, мягко. Билайниль калам, то есть мягкими словами, добрыми словами, а не так, чтобы за каждое слово цепляться, отвечать и ругаться, и записывать себя, бросать себя в список самых ненавистных людей Всевышнему Аллаху. Ведь мы, мусульмане, что мы должны делать? Руководствоваться Кораном и Сунне. И для нас в этом есть пример, слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже достоверный, известный всем хадис. «Ля юмину ахадукум, хатта юхибба ли ахихи, ма юхибба ли нафсихи». Не будет полноценная вера никого из вас, пока он не полюбит для своего брата-мусульманина то, чего он любит для самого себя. Вот эти вещи, вот эти хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, если мы будем помнить, вспоминать, останавливать себя в этих моментах споров, конечно же, иншаллах, изменения будут к лучшему. Если человек разговаривает, говорит: брат, ты вот здесь так неправ, он же к тебе обратился словом брат, зачем ты его оскорбляешь, ты заткнись, ты не лезь, ты кто такой, зачем так обращаться, зачем такое обращение превращать уже в злобу, уже в спор, к ненависти. Ведь не призывает наша религия к этому, не призывает. Он откуда это взял, с чего ты взял? От шайтана только взял, конечно же, от своего самодовольного нафса это он взял. Но это же надо оставлять, надо исправляться. Дай Аллах нам тавфик, помощь, чтобы мы исправили самих себя, чтобы мы следовали во всем сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и слову Всевышнего Аллаха. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة